Добрый день, мы находимся в мастерской Сургутского политехнического колледжа по компетенции метрология КИП, оборудованной за счет средств федерального гранта по 5-му лоту промышленные и инженерные технологии. Мастерская площадью 140 квадратных метров рассчитана на 10 рабочих мест, предназначена для организации и проведения учебной практики, а также для подготовки обучающихся к аттестации в форме демонстрационного экзамена по компетенции метрология КИП. Кроме того, обеспечивает организацию учебного процесса по реализуемым направлениям. Автоматизация технологических процессов и производств, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и профессии ТОП-50 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. В мастерской представлено модульное оборудование, имеющее в своем составе элементы для выполнения слесарно-сборочных работ, торцовочные пилы, предназначенные для распила модульного оборудования, кабельных каналов, сетчатых лотков, а также элементов трассировки кабельных систем. Кроме того, мастерская оснащена различными формами инструментов для разделки кабельных линий, опрессовки, а также для монтажа щитового и модульного оборудования. Мастерская представлена многофункциональными стендами, оснащенными микропроцессорными реле отечественного производства фирмы Ovin, а также микропроцессорными устройствами Siemens Logosoft и Oni PLR CPU. Модульное оборудование позволяет реализовывать любые алгоритмы управления технологическим процессом. У данного оборудования есть возможность работы с конфигураторами, работы в свободно программируемых средах, стандарт языка FBD. Также данное оборудование предназначено для формирования элементов систем управления, связанных с реализацией формирования сигналов от первичных преобразователей. В комплект входят типовые датчики контроля температуры и давления. Рабочее место студента представляет собой рабочую кабину, соответствующую инфраструктурному листу по компетенции метрология КИП и позволяет выполнять монтаж любого оборудования, как модульного, шкафы управления, так и различных форм лотков и устройств для трассировки линий. В настоящее время здесь проходит урок учебной практики студентов, обучающихся по профессии мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Ребята выполняют работы по монтажу выемной панели шкафа управления. Панель содержит в себе элементы защиты силовых цепей управления. Реализовано все на базе контроллеров Ovin и Siemens. Содержит в себе элементы релейной логики и различных устройств, предназначенных для подсоединения нагрузки. В ходе выполнения работы студенты должны запрограммировать микропроцессорное устройство. Собранная панель с загруженной программой будет помещена в шкаф, после чего производится подача питания, проводятся основные измерения. По окончании работ схема будет оттестирована и проверена на работоспособность. Ресурсы, созданные в мастерской метрология КИП, обеспечивают условия для реализации основных профессиональных образовательных программ по специальности автоматизации технологических процессов и производств, профессии слесарь КИП, а также для обучения, повышения квалификации стажировки рабочих и специалистов производственных предприятий и профессиональных образовательных организаций нашего региона.